Ребятки, если вы хотите получить новенький iPhone, деньги, много конфет или игровой компьютер, то прямо сейчас успейте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик за 3 секунды. Начинаю отчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Ставь лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Последняя цифра лайка – это и есть ваш приз. Кто успел, тот умничка. Желаю приятного просмотра. Пойду бабушке расскажу, какие яблоки вкусные мечник ей отдал. Эй, ребята, всем привет, с вами я Коля, и сегодня я бегу к бабке. Ребят, рассказать реально про яблоки. Яблоки вкуснецкие, вон он мне 8 бочек отдал, но мне столько не надо, и поэтому я себе вот так взял оттуда из бочки с одной, а все остальное пускай будет у бабки. Вот, сейчас мы к ней... Придем, как раз таки это все и отдадим. И все будет здорово. Ой, бабки какие-то гости, что ли? Ой, это кто? Это... Это военные? Ой, а ч это вы злые? Военные привет! воен, А вы ч, не разговариваете, да? Ну ладно. В смысле, иди отсюда, я к бабушке домой иду. В, с... В смысле бабушки дома нет? А ч вы тогда у нее до... Тогда проваливайте из дома, бабушка! Так, что ты там орешь А ты где, бабушка? А, сейчас я приду. А, ну, а ты где? А я вот тут за через забор хочу перелезть. А не надо, не надо, лучше не перелазь Почему? Не почему? Перелазь. Привет. А, о, привет. Иван Холюган, а что ты приперся? Иди домой. И, иди. А, а я вообще принес это. Мясник сказал, забирай бочки с яблоками. Но Ой, мне давай, столько не надо. Бочки, все, хорошо, бочки, не бочки, давай потом. Все, не, бабушка, потом... А, ч, а что случилось? Кто это такие вообще, и, иди бабушка? Иди домой, это военный, военный у нас военные. А положение. дай с ним познакомиться, открой. У нас военное положение. А, почему? Ну, как это почему? Чтобы, так сказать, в городе был порядок. В смысле, в городе был порядок? А, бабушка, а чего их так много-то? Ну, потому что скоро они и деревни будут охранять. О, да, а, а да, да, прям все, что, прям правда, прям? Прям правда, да, поселим их, так сказать. Ага. Ох, да ты что, решаешь вопрос нашего жилья? А, да, конечно, конечно, решаю, решаю, это военный, беги отсюда, лучше беги, так, сейчас я пойду тогда вам по жилью-то поищу, ага, а... ага, так, Фух. хулиган пошли. Бабушка, еле сбежал. Так я тебе сказала, не заходи же. Ужас какой-то, вы какие злые, вы, вы какие злые. Сейчас я вам жилье найду, так сказать. Они что, в твоем доме живут? Они, ну, пока, да, временно проживают. И тебе как, комфортно? Очень, да, знаешь, как спокойно, бабушки никто не походит, да? это ну ладно. Так вот, может, у ну... морожещик, он как раз-таки уехал. Да нет, вы надо им, они в один дом-то не влезут, надо вот еще. Их там много, прям очень. Ну да, человек две тысячи, наверное. Две тысячи военных, ой, 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 -ой, -ой страшно, думаю... то как. В вашей деревне их поселить, да. Да в смысле, у нас не хватит столько места. Час у вас будет. Похудите, Чего? Ходить, там, это же ужасно, жители, ты... скажите бабки что-нибудь, а? Бабка, ты что придумала-то вообще? Да, да, это надо, это надо, это все в во благо деревне. А... Так, хулиган, давай это, не, не, используй с бабушкой. Так, Бабушка, а ты где? Вообще-то я у входа. Входа куда? К мороженчику, я вот думаю, где еще один дом поставить, а, точнее. бабка, так может быть вот тут, вот за моим домом, тут куча лесов, пускай нет, они свои палатки нет, поставят надо, и все. Не-не-не, надо, они сказали, в палатках жить не будут, им нужны комфортабельные дома. Ого. Так, а поэтому бабушка сейчас ей быстренько сделает, и надо мне бы уже возвращаться. В смысле а возвращаться, а то что... -то... Потеряют, да, потеряют. В смысле, бабушка, ты что теперь не можешь еду там, на всех виды? их? Ну, ты же не любишь готовить. Ну, почему? Люблю, очень люблю готовить. Да? Так. А, ну ладно. Сколько домов-то надо поставить-то? Ну, наверное, 6 достаточно будет. Тебе и, это и что то что-то какая-то бабка себе странно да, ведет, если О, честно. Да, вы не находите, да, ребят? Вот, да, По-моему, вот, она так. очень странная. Короче, Бабушка, так. у тебя точно все хорошо? Моргни Короче, левым вот, глазом. Алло, да, иду уже, возвращаюсь, конечно, все, бегу, бегу. Так, последний поставлю, все, и хулиган, мне некогда с тобой разговаривать. В смысле, а некогда, бабка? Меня там уже ждут, так. Так все, пошли проводить а, меня. Пойдем. Сказать, пойдем. Ага, так, ага. Это я уже возвращаюсь, да, да, да. Пойдем. Да. Ладно. Пошли, пошли. Так все. Идем, идем. Хватит домов, да, столько домов. Хватит домов, это, да, да, да. Я уже вот, да, иду. Бабка, прекращай О. разговаривать, так. А, Да нет, я вообще не разговариваю. все. А че вы такие злые, военные, эй? Хулиган, это сходи в мой старый дом. А? Бабка, ты что там сказала? А? Да нет, говорю, пусть тоже это, да, да, дома строят, дома строят, говорю, бабка, блин, чувак, че сейчас надо бабка сказала? Не понял. Всё, всё, Сходи да, в мой вот я, старый дом. В тот, что ли, в ее статую. Да, да, Какой да. еще у нее дом есть? Я больше других домов-то не знаю, бабку. И, ребята, с бабкой явно что-то не так. Она либо напугана, либо она просто офигевает от происходящего, как и я. Ну, то есть, реально, посмотрите, сколько там военных. Ладно, давайте сходим в этот дом. Но какие-то они злые, они какие-то не очень приятные. То есть есть хорошие военные, а эти какие-то что-то с ними, мне кажется, не так. Вы не находите? По-моему, по-моему, да. Так, ладно, сейчас мы зайдем сюда. Так. И что я тут должен найти, блин? Блин, ну капец. Ее комната паука старая. Так, здесь очаровальня, так. Здесь ее зелеварка. О, книга. Блин, здесь зельки какие-то. Ой, в смысле, сундук. Сундуки зельки. Так, хорошо, давайте наверх поднимемся. М -м -м. Так, здесь что? Еще два сундука. Ой, оружие бабки. Так, что тут? Книга, может быть, она про нее говорила. Я просто даже больше не знаю, что тут еще поискать. Печки, может, нет, ничего. Так. Так, ладно. Если бабка отправила тебя в этот дом, то со мной случилась беда. Э, и меня где-то насильно держат. Ты должен помочь, но никому не рассказывать. Возьми оружие и уничтожь все живое. В смысле, все живое? В смысле, все живое? Так это нет, жителей я не буду уничтожать. Мне кажется, это папка про военных имела в виду. Значит, это вовсе не военные. Это. Это преступники какие-то, что ли? Ладно, давайте сейчас мы. Так, 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 возьмем всего помаленьку. Так, ага. Так, все, ребят, заряды есть, гранаты есть, все, пойдемте, пойдемте спасать бабку, значит, бабке нужна помощь, реально, вот это она умная, кстати, а я раньше эти судок и не видел, может быть, он какой-то секретный, ладно, скорее, скорее к бабке, ребята, сейчас мы ее быстренько спасем, так, надо только держаться как-то поодаль, что ли, от нее, ну, точнее, от деревни от этой, точнее, от ее дома, так, ну-ка, оп, блин, не допрыгнул почти, ну, почти, так, да быстрее, быстрее плывем. Да я я вам говорю. Зачем вам мой дом? Вы решили жить в твоем доме. Ого. Да нет, я же вам построила возле деревни. Это то там будете жить. Ох! все решили, с иди живи в своей деревне. Ребята, о. Это же мой дом. Так, они стоят и не понимают ничего. Так, ну-ка, о. Так, так, отлично, ребята. Что происходит? Ч блин, говорят, взрыв какие-то? Ну, а -а -а. Парни, давай посмотрим. Так ну-ка, возьмем давайте вот эти гранаты теперь. Посмотрим. Какая-то школота что-то взрывает. Так, ага, ага, школота. Нифига себе, ребята, они обзываются. Сейчас я им покажу. Так, давайте сюда поближе. Парни собираемся у дверей. Сейчас мы ему покажем, как воевать. О, воевать, да? А вот так, если. Оп! Так, все, ребята, один двор вроде как мы зачистили с вами. Так, осталось. Я не знаю, ребята, много ли там их еще. Давайте вот так через забор покидаем. Ах, не докинул. Вот туда, 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 ребята, еще туда. Надеюсь, попадаю. Так. А может вы все-таки уже пойдете там в новый дома же я вам построила? Ну, Вы после деревни поживете. В Москве, Блин, ребята. жить в твоем доме, и точка. Так, о. Ой, господи, какой кошмар ребята, <свят> тихо, давайте, давайте наверх залезем. Оп. А где они здесь? Ж, Или здесь уже не... Еще много. Бабка, мне кажется, дает понять, что их еще тут много. Опа. Двери открыты. Это что взрывается? О! Так. Ой, вот это, этому. правильно. Это кто-то пришел. Да я не знаю, кто это. Нет, я О! вообще не в курсе. Отлично. Даже не, 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 не в курсе, кто это. Так. Бабка, забейся в угол и сиди. Так, 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 так. О, отлично. Нати вам, это я пришел. О, это, это хулиган это О, память. бабка, Чего? привет. Чего? Бабка, Чего? где они еще? Привет, они в ковку, -ков комна... в комнате. Там, в гостиной они стоят. Ах вы. Ах, о, вы какие. Там, а -а аккуратненько. Ого! Сзади, сзади, сзади. Ой-ой-ой, как их вас много-то. Фух. Еще, Клопец. еще сзади. О. Ой. Еще сзади. Да сколько вы сзади. сзади? Да вон же вон, ну просто двора идут. Ну-ка. О, бабка, кажись, все. Да, 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 там во, дворе нету никого, никого. Бабка даже не знаю. О, вот еще один остался. Так. Посмотрим, да надо. Помните, там кто-то был еще вроде. Так, ну-ка, не, бабка, вс. Все. Слава. Штучные Господи. экземпляры где-то остались. Бабка, э кто это был? Э -э -э это б -б были преступники. Преступники военные? Они переоделись, что ли? Да, они, короче, знаешь, что? Чего? Они тю тю тюрьму мою захватили. <гас> а их там нету? Их там нету. Там в этой тюрьме больше никого нету. Они всех выпустили? Всех выпустили, да. Зачем? Потому что вот это, как, 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 это военный какого-то монстра, понимаешь? Ого. Он, так сказать, пришел мстить бабушке за то, что она посадила его. Ой-ой-ой, бабка, надо... Этим и, и того. Бабка, надо срочно, наверное, бежать монстров ловить, пока они не разбежались да -да, далеко. да я сама все сделаю. Мне надо зелье самое главное сварить, а я не смогла даже в зелеварку а, своей точно? войти. Они за мной глаз да глаз, глаз да глаз, по всему дому ходят и ходят, ходят и ходят, ходят и ходят. Ага. За тобой Понял. бежит, за тобой бежит вниз кто-то. Кто за мной бежит? Где? Там, там, наверху стоит, вылезай вы, 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 там, вот иди налево сразу, налево. Ах ты какой! Как -ка Какой-то экземпляр там ходит. Все, бабка, нету больше никого. Ой, Спасибо, пошла Фу. я короче зельки варить и пошла всех монстров усыплять. Ну ты конечно, бабка, это. Это. Уж, Ха. это... Предупредила бабка меня, я варит бы варит. даже и не понял бы так. Все, спасибо, холюга, но я потом с, с тобой. Ага, -а -а, хорошо, варит. хорошо, все, пошел, бабка. Ох, ребята, нифига от это я, конечно, бабке-то помог. Да, ну ладно, вроде как помогли. Вроде как. Вроде как никого больше здесь нету, но оружие я пока что к себе приберегу. Вдруг они еще вернутся, какая-нибудь армия. Не, ну я их быстро довольно-таки раскидал, поэтому, если что, можно будет еще противостоять им. Хотя, я думаю, больше они не сунутся, бабка их сейчас снова поймает. Ну а дома в этих ребят, наверное, пережители будут жить. Расхватаем сейчас эти дома, и либо разберем их. Все, в общем, я погнал, а вы сейчас обязательно нажимайте на видео, которое видите на своих экранах. Всем удачки и всем пока-пока.